Итальянцы в Чувашии. Теперь надолго в Доме правительства подписано соглашение по реализации совместного инвестиционного проекта Чебоксарского арматурного завода и итальянского предприятия «Бандекки». Неудивительно, что итальянцы видят в нас надежных партнеров. Чувашия заняла 9-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Ориентировочный объем инвестиций составит 500 тысяч евро. Они уйдут на закупку нового оборудования для производства трубопроводной аппаратуры. Это позволит значительно увеличить ассортимент и объемы производства. Молодые бизнесмены из Чувашии были одними из первых в России, кто вызвал доверие руководителя предприятия «Бандекки». Да, я был поражен их стремлением и желанием делать, работать. Я думал, что это justo modo per poter iniziare a collaborare con questo Stato, con questa nazione. Я подумал, что это будет хорошим первым шагом для того, чтобы начать работу свою в России. Sono convinto che oggi. Республика обеспечит всестороннюю поддержку проекта, заверил глава Чувашии Михаил Игнатьев. И со стороны органов власти, государственной власти, органов местного самоуправления будем создавать благоприятную среду. Это parte delle enti statali vogliamo fare le condizioni migliori e favorevoli per questo sviluppo e collaborazione. Для того, чтобы все цели, которые вы ставите перед собой, были претворены в реальном секторе экономики. Указ и все остальное. Родион Архипов, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика.